Сегодня специалисты Рубцовского водоканала приступят к ремонту главного канализационного коллектора. Напомним, на прошлой неделе в городе ввели режим ЧС в связи с повреждением коммунальной сети на Ленинском проспекте. Из-за аварии подтопленными оказались 115 жилых домов и ряд социальных учреждений. На проспекте сегодня частично ограничено движение личного транспорта, ведется подготовка к земляным работам. Уже во второй половине дня начнется замена изношенной трубы на новую полиэтиленовую. Ее специально изготовили в кратчайшие сроки и сегодня доставят из Барнаула. Добавим, что восстановительные работы обойдутся Рубцовску в 5 миллионов рублей.